Вековы юбилей отзначил отдел внутренних справ Кармянского райвыконкама. Со знаменальной датой супрацовника уповиншовали начальник управления внутренних справ Гомельского облвыконкама Александр Васильев, представники мясцовой улады, силовых структур, организации и предприемства района. Отправной кропкой створения Кармянской милиции лечится первое письмовое упоминание. У 1919 году волосную милицию узначальвал капитан Иван Ильющенко. 25 лютого при подавлении эсеровского бунту начальник загинул разом со своими коллегами, керовником надзвичайной комиссии Иваном Абатуровым и милиционером Федором Давыденком. У их гонор усталеванный помник, и их имены носят в улице городского поселка Карма. Вековый юбилей кармянская милиция сустрела с достойными выниками оперативно-службовой деятельности, боездольной и готовой на належном узровне забеспечивать право парадок и стоять на обороне законных интересов громадян. Знаменательный день хотелось бы пожелать сотрудникам действующим, а также ветеранам здоровья, благополучия, действующим сотрудникам карьерного роста. Всех благ. Керовник областного милицейского ведомства Александр Васильев уручил лепшим супрацовникам отдела нагрудные знаки, медали, грамоты и подяки. Урочистости завершились великим святочным концертом.